Чем удивляли детей на зимних каникулах краснодарские театры, смотрите в следующем материале. Вот волшебное перо, я его похищаю, а похитив его, жители сказочного города лишаются Нового года. То есть к ним не придет Дед Мороз, и главные герои отправляются на поиски пера. Ну, а я, как злыдень, всячески им препятствую в этом. Вот так сюжет главной елки Краснодара пересказал волшебный эльф, заслуженный артист России Дмитрий Морщаков. В этом году Дворец искусств премьера радовал юбилейной 20-й новогодней фантазией. «Волшебное перо чудо-птицы» – так называется новая постановка, сделана в лучших традициях новогодних представлений премьеры. Лазерное шоу, красочные костюмы, захватывающий сюжет и, конечно, песни и танцы. Наши дети перестали верить в чудеса. Они смотрят реальные фильмы, боевики, а как-то чудеса, вера в чудо, вера в сказку как-то ушло на 10-й план. И прежде всего цель преследовалась такая, чтобы дети поверили в чудеса, и что эти чудеса они могут творить сами. Никто не придет.